I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. What is he doing? Привет всем, дорогие друзья, с вами снова я, Рок Джокер, и мой неизменный соведущий Хит-Ассасин. Привет. Сейчас вы слушаете первый выпуск нашего нового подкаста «Китайские мультики». На данный момент он так называется, не знаю, что будет дальше. Это звучит хуже, чем я ожидал. И сегодня мы поговорим о двух аниме. Пока наш формат нашей вот этой передачи о кино будет такой, что каждый из нас называет какой-то один тайтл, и мы оба его смотрим и обсуждаем здесь, и вы слушаете наше мнение об этих тайтлах. И было бы здорово, ребят, если бы вы смотрели эти тайтлы вместе с нами, то есть перед тем, как прослушать подкаст, чтобы быть более с нами на волне на одной. Это в идеале. Это в идеале, да. Потому что, конечно, я знаю, что требовать этого нельзя от слушателей, потому что сам я слушаю очень много подкастов, в том числе и киноподкастов, и я сам не всегда смотрю те фильмы, которые обсуждают ведущие. Потому что, ну, то времени, то одно, то другое. И это понятно, если у вас тоже не будет такой возможности. Но предпочтительнее, если вы будете также ознакомляться с этими тайтлами вместе с нами и писать в комментариях свои мысли о них. Не только обсуждать наши мысли, но и говорить о своих мыслях. Итак, с чего мы начнем? У нас сегодня два тайтла. Это Wicked City, что можно перевести как «Дьявольский город» или «Город злая», что-то в этом роде. Да. Его «Город чудовищ», кажется, перевели на Кинопоиске. Я пофейспалмил немножко, но ладно. Угу. Да, и также второй тайтл у нас это «Бильярд», «Death Billiard», да, по-моему, называется игра? В тайтл, да. С чего мы начнем? Это совсем, как ты думаешь, с чего будет лучше? Ты начинал этот выпуск, я предлагаю начать с моего аниме. Угу. Это будет равноценный обмен, как и алхимик, поэтому. То есть Death Billiards. Да. Значит, есть место, очень роскошное место, куда попадает несколько человек, которые ничего не помнят о последних нескольких часах своей жизни. Возможно, днях даже. Вот, в общем, где-то в этом хронометраже берем. Они попадают одновременно в это место, встречаются с местной обслугой, которая составляет всего лишь двух людей. Это женщина, кажется, она то ли официант, то ли просто человек. Ну, у нее такое положение, она прислуживает, так или иначе. Да. И бармен. Бармен, который, судя по всему, еще и run this place, как говорится. Uh-huh. Который занимается тем, что вводит наших героев в суть дела и рассказывает, как вообще устроено это место. Суть в том, что эти два главных, ладно, не главных героя, да, главных посетителя, единственных посетителей этого места, они становятся свидетелями того, что им нужно сыграть в игру, а именно в нашем случае в пул, то бишь в бильярд, uh-huh. и на кону находится их собственная жизнь. И yeah. это весьма интересно и шокирующе, я думаю. Потому что они не знают, как они туда попали, и что им теперь делать, играть в пул, пытаться бежать или нет. Поэтому где-то здесь и стартует основное действие, основные события. Что ты вообще думаешь о начале вот об этой завязке? Ну, на самом деле, как бы, никакого
вот как и герои, вот они заходят просто в это место, да, без какого-то понятия, что это такое. Так же и ты, как зритель, просто оказываешься там. Сама вот эта короткометражка, она никоим образом тебе не намекает до самого момента начала повествования о том, что это за место. То есть они просто приходят в этот какой-то бильярдный клуб, или даже не бильярдный клуб, поначалу там даже стола бильярдного нет. Это просто какая-то барная стойка, да, в каком-то таком интересном помещении, красивом очень. Да, вместе с героями ты не понимаешь, что происходит. Поначалу атмосфера очень такая расслабленная, вроде они спокойно, вот эти два человека, старик и молодой парень, разговаривают с владельцем, который всем этим заправляет местечком. И, в общем, он в спокойной манере, в абсолютно безэмоционально начинает объяснять им, что они отсюда не выберутся, если они будут играть в ту игру, которая им выпала. То бишь, в их случае бильярд, хотя это могли быть и другие игры, как я понял, потому что там такой процесс идет именно отбора, да? Какая-то рулетка вот эта. Да, да, там, собственно, какой-то рандом, и, судя по всему, игра подбирается по тому, с чем знакомы оба человека. Ну да, но это опять же предположение. Да, то это есть, мне было бы интересно, если бы они начали играть в теннис. Я думаю, у молодого парня было бы преимущество. Хотя, когда есть сцена, где они дерутся, да, и старик дает фору даже молодому парню. Его, на самом да. деле. Да, но по полной кстати, программе. Было бы неплохо, если бы у старика были шорты, он бы кричал, как Шарапова, поэтому. Вот этот Ова, она очень так на экспозицию скупа. Ну, конечно, довольно скоро становится понятно, о чем это. Для меня этот зал — это чистилище. И тут решается судьба, кто попадет в рай, кто попадет в ад. Вот этих двух людей. Я так понял по логике этого, этой Овы, что когда два человека одновременно умирают, они попадают в это место. Да, да. И, собственно говоря, за счет игры они и за счет игры и решается, кто из них куда попадет. Но с точки зрения рисовки, вот я хочу сказать, что я вообще не фанат современного аниме, но вот это аниме мне показалось довольно неплохо сделано, потому что здесь нет вот этого вот ощущения того, что все цифровое. Здесь ощущается, что все помещения прорисовывались. Конечно, рисовалось это уже все не на бумаге, а на компьютере, но все же рисовалось руками человека, а не просто как-то моделировалось в 3D каком-нибудь. Это прям наш первый выпуск китайских мультиков, окей, надо смириться с этим. То, что он, оба этих аниме, обе ОВА нарисованы одной студии, это Madhouse. И вот ты можешь проследить как бы разницу в рисовке в такое количество времени. Ну, это все-таки, да, это совершенно разные временные отрезки, разные как бы хронологические периоды японской анимации, да, все-таки. Все-таки 87-й год, Wicked City и Death Billers 2013-го. То есть, да, и мне, кстати, нравится то, что наши два аниме, которые в нашем первом выпуске, они настолько отделены друг от друга временем. И сразу скажем, Death Billers предложил Hit Assassin, но мои предложения всегда будут исходить из глубины вот тех времен, когда 80-х, 90-х годов. Та пора анимации мне больше всего нравится по сей день, и мои предложения все будут исходить оттуда. И да, мне нравится то, что наш первый выпуск вот такой разнообразный в этом плане. Но я на самом деле не знал, что Wicked City от Madhouse. Вот, и это интересное совпадение, конечно. Да, надеюсь, что я ничего не напутал, потому что, насколько я вроде помню, оба аниме от Madhouse, а не просто потому, что я слепошарый мудак, поэтому... Ну, так или иначе, да, и... В целом, что я хочу сказать о Death Billiards, это аниме, оно меня не восхитило, но как бы я довольно приятно провел за ним время, тем более, что оно очень короткое, 20 минут примерно, да? То есть особо много у тебя это времени аниме не отберет, тут весьма простой концепт, который выполнен довольно неплохо. Единственное, что мне не понравилось в нем, это вот то, что, во-первых, оно не дает тебе никакого ответа в конце, и ты немножко начинаешь думать, зачем я все это вообще смотрел. Как бы ответа даже... Там был один момент в самом конце, когда есть мизерная подсказка вроде на что-то, куда кто попал, в рай или в ад, да, вот. Но, опять же, я перематывал много раз, так и не понял, куда кого отправили, потому что тот знак над лифтами дьявольский и этот, я так понял, это ничего не значит в этом аниме. Помнишь, над входом да, в лифт? Да, я помню. Я почему-то подумал, что старик попал в ад в это время. Вот
вот эти вот значки, мне показалось, автор аниме мог использовать как то, чтобы сбить нас с толку, кто куда попал. А, ну да, это может быть. Но с другой стороны, когда дверь захлопывается перед лицом старика, на микросекунду можно увидеть злобную усмешку на его лице. И у меня сложилось почему-то впечатление, как будто он хотел попасть в ад, и он туда попадает. Потому что он перекинулся словами с барменом, и неизвестно, промолвил, что он сказал. Словечко, да. И поэтому он, да, возможно, я думаю, что он все-таки попал в ад, и эти значки отображают все-таки правильные лифты. То есть они синхронизированы с тем, куда поедет. Да, финальное мнение у меня именно такое, но я, опять же, не уверен, потому что само аниме, оно отказывается какую-то конкретику вносить. И вот эти вот, вот эта фишка с шарами, каждый из которых это определенный орган, мне она показалась офигенной, но почему-то в самом аниме она абсолютно не работает. То есть я хотел, чтобы вот когда старик забивает шар с глазами, да, я думал, что герой ослепнет, который против него играет. Это было бы очень здорово. Но что происходит? Он на секунду у него мутнеет в глазах, но потом он нормально дальше играет. Мне показалось, эта идея, она какая-то недоразвитая, в каком-то таком зачаточном состоянии так и осталась. Это да, идея могла пойти дальше, но мне напоминает это какую-то другую вещь, связанную больше с ньюфагами. То есть люди, которые смотрят аниме и не очень в теме бильярда, то есть, в принципе, это очень простая игра, да, ну, для понимания, не для игры, потому что с кием нужно уметь правильно пользоваться и все такое, но относительно правил все довольно просто, но я думаю, что даже не все знакомы с этим, поэтому отображение таким планом вместо циферек там и цветов использовать именно органы там противника, допустим, это просто и понятно, и поэтому эта идея работает именно вот в этом плане, она облегчает восприятие самого процесса. Возможно, так это работает. Возможно, но опять же, видишь, я хотел, чтобы они продвинули дальше именно вот в этот, знаешь, чтобы это был такой пул смерти, да, деспул получается, я понимаю, но так или иначе, вот я хотел, чтобы вот этот пул превратился в нечто вот действительно, ну, скажем, забитым шаром, у одного из противников отказывает орган, да, какой-то. А, да, я думаю, что это хороший пилот, на самом деле, получился, тут забавная история относительно этого, это же было произведение просто на какой-то конкурс, которое не имело под собой никакого продолжения, то есть оно сделано таким образом, что ты остаешься в непонятках до конца, и тебе там секреты так и не раскрывают. Но ты, в принципе, вроде как понимаешь, сейчас мы поговорили, вроде как понятно, да, попали, кто куда попал. Да. Но у аниме есть продолжение, и именно как сериал. И вот тут ты уже можешь сказать сериал, наконец-то, и не ошибся. У Death Billiard есть продолжение в виде сериала. Да, и оно вышло спустя 2 года, тоже от Madhouse, кажется, и оно называется Death Parade. И здесь, по всей видимости, ребята развернулись уже на полную катушку, потому что здесь будет не только пул, но и другие игры. Я так думаю, что его стоит посмотреть, на самом деле. Я, возможно, сделаю это когда-нибудь, потому что мне понравилось это как своеобразный пилот, и если продолжение не уступает, а наращивает вот эту всю идею, все это было бы замечательно, на самом деле. Поэтому, да, хотелось бы это увидеть. Интересно, я вот не знал. Ну да, Death Billiards, в принципе, у меня положительные эмоции. Единственное, от концовки мне показалось, немножко сериал в себе так и остался. Фу, опять сериал. Вот это ОВА, она так в себе и осталась. Ничего тебе не рассказав. Возможно, сериал исправляет эту ошибку, но хотя для кого-то это может быть и не ошибка. В принципе, я сам люблю, когда есть какая-то недосказанность определенных. Но, опять же, это то, как ты исполняешь эту недосказанность. Все-таки недосказанность, недосказанность и рознь. Если вот взять фильмы Тарковского, да, там недосказанность это прием определенный такой очень осознанный и виртуозно выполненный. Здесь ты вот вроде смотришь эту 20-минутную историю, и ты как-то хочешь, ну, какое-то завершение иметь. А тут получается такой знак вопроса. И, возможно, он специально и был оставлен этот знак вопроса, чтобы сделать задел на сериал, да? И уже там раскрыть какие-то вещи. Все-таки это с выходом сериала, получается, это уже как даже какой-то пилот, как ты выразился. Поэтому да. Пилот. Что ты скажешь вообще вот о диалогах, образах, вот
тебе что-то из этого, как, какие-то определенные эмоции вызвало, о которых ты мог бы рассказать? Да, мне понравилось на самом деле. Там были очень хорошие приемы, которые использовались, вот, например, у того же деда. Там показывается его история, его жизнь буквально за несколько, там, не знаю, за минуту, наверное. И, да. И, в принципе, то же самое молодого парня показывает, как он ходил в школу, был, в общем-то, неплохим парнем, по всей видимости, да. И там буквально раскрывается история их обоих. Да. Это такой короткий промежуток времени. Что мне понравилось, эти персонажи, ну, не считая вот этой же женщины, там, которая вейтерс, да, ходит там, не знаю, делает что, встречает гостей. А мне понравились, в принципе, три персонажа остальных. И бармен, который вроде не эмоциональный, при этом он говорит, что он никогда не жил, то есть фактически он не человек. Но он все равно привлекает, потому что он вроде бы даже не совсем не эмоциональный. То есть он показывает себя не эмоциональным, но на самом деле он как вроде даже рубит фишку со всем этим. Видимо, он уже не первого человека отправил туда. Или вниз. В этом образе прослеживается желание чувствовать, желание понять тех, кто через него постоянно проходит, но невозможность этого. То есть он не может этого сделать, потому что он сам по себе такое существо. И довольно скоро понятно становится, что это всего лишь облик, и что внутри там что-то другое сидит. Да, мне нравится, что этот персонаж не пытается быть как... Во многих аниме частенько используется такая фишка, причем... по отношению к Тян, да, каким-то девчушкам. И его, в принципе, многие, я в том числе, называю как синдром бревна. Когда персонажа портретят таким образом, что он безэмоционален полностью, там какие-то у него случились, там, или в детстве, или впоследствии случились какие-то события, которые превратили его из эмоционального персонажа, скажем, в бревно. И в нескольких действительно тайтлах, которые я смотрел, это достаточно часто использовалось. Где-то лучше, где-то хуже, но я не поклонник этого образа. Да. Но его часто любят использовать, на самом деле. Как эти отрешенные девочки, которые... Такие... У которых такое темное прошлое, и ты 90 серий смотришь, чтобы дойти до того момента, где она расскажет о своем прошлом. Да, и только в конце она такая улыбается, все, эндинг... Да, здесь Евангелион в этом плане делал круто, потому что Айнами Рэй улыбнулась, я уж не помню, в какой серии, но это было раньше середины, по-моему. Ну, возможно, кстати, да. Сейчас не помню. Но в любом случае я рад, что этот парень, он чувствуется как вроде бы безэмоциональный парень, который пытается попасть в эти чувства, понять, что ребята чувствуют. Но в то же время есть в нем вот эта обреченность того, что он как будто все-таки понимает, что он никогда не поймет людей. Да. Потому что он сам не человек. Да. В принципе, мои мысли все по этому поводу. Единственное, я могу добавить, это мне понравилось, что иронично, мне понравилась самая последняя сцена, в которой вот эта вот прислужница спрашивает у бармена, кто куда попал, и он ей не отвечает, и на ее лице читается вот это вот этот frustration, да? Да. Зрителя. Да. То есть совершенно очевидно, что режиссер здесь именно ее использует как аватар для зрителя, который задает все те же самые вопросы и с таким же недовольством все-таки уходит, посмотрев это аниме. Знаешь, да, из последнего я смотрел много вещей, которые заставляли меня подумать очень сильно, да? И те же, когда я смотрел «Эксперимент Лейн», это одно из последних, что я смотрел в этом году, тоже много фрустрейшена у меня это вызывало, там буквально накидывает на тебя все это, и ты должен тоже осмыслить. И вот в каком-то смысле здесь все прям чувствуется так даже весьма прямолинейно. Пусть есть не какая-то недосказанность, но в отношении всего остального он прям такой... не пытается загрузить тебя и просто... Концепт, вот... да, очень простой. Концепт очень простой. И он честно выполненный. То есть герои кажутся живыми и честными. И... Да, вот тобой упомянутые флешбеки мне показались очень здорово выполнены, где старик стоит и так внезапно на него летит самолет, который сбрасывает бомбу. Вот этот интересный переход такой. Режиссура весьма-весьма хорошая. Да. То есть вот этот человек, который сделал вот эту короткометражку, Юзуру Тачикава его зовут.
Он, в принципе, я думаю, в полном метре у него было бы будущее хорошее, мне кажется. Кстати говоря, знаешь, что когда он услышал, он же, ты же не знаешь, наверное, он слушает наш подкаст сейчас. И вот когда он услышал произношение своего собственного имени, он закрыл вот на этом подкаст и ушел. Да, да. И ну, хуже для него, потому что он не услышит наше ревью Wicked City. А, так ну, что... да. Ну что, у тебя есть какие-то заключительные? Ну, да, я рекомендую посмотреть это. На самом деле, неплохая вещь. И если у вас есть лишние 20 минут, можете занять их именно мертвыми бильярдистами. Потому что оно стоит того, я думаю. Даже если у вас какая-то недосказанность, тут ее все-таки минимум, на самом деле. И что я могу сказать? Мне понравилась сцена... точнее, две сцены, когда объясняется, да, они вспоминают наши главные герои, почему и что они делали последнее время. Uh-huh. И вот как тебе вот этот вот такой мини-твист относительно парня, который... Да. Он показался мне немножко хичкоковским даже, честно говоря, потому что вот этот именно... Или даже не хичкоковским, а я бы, наверное, вот привел бы в пример Дарио Ардженто, итальянский такой режиссер из хоррор-фильмов, который показывает какую-то тебе определенную сцену в начале фильма, ты на нее смотришь, и в конце фильма он тебе показывает ее чуть-чуть под другим углом, и ты видишь совершенно другое, вообще, иначе воспринимаешь эту сцену. Что-то подобное было вот и здесь. Сначала ты думаешь одно, смотря эту сцену, но в конце ты понимаешь, что тут совсем другое. Да, это был, кстати, да, тоже один из моих любимых моментов в этом аниме. Ну, в общем, да, относительно всего этого у меня, пожалуй, все. И можно двигаться в город чудовищ, или как его там перевели на русском? Да. Сити, короче. Дьявольский город. Это аниме 87-го года. Йошиаки Каваджири его снял. Для меня не в новинку смотреть фильмы Йошиаки Каваджири. Я смотрел «Аниматрицу», там одно из короткометражек, ведь «Аниматрица» состоит из нескольких короткометражек на тему «Матрицы», и одну из них сделал Йошиаки Каваджири, «Нинджа Скролл», если помните, то есть «Манускрипт ниндзя». Ты смотрел «Хитас» этот? Нет. Эту классику. 93-го года фильм, также он снял «Vampire Hunter D», то есть «Охотник на вампиров D. Жажда крови», и, по-моему, оригинальный «Vampire Hunter» тоже он снял, хотя могу ошибаться. Я играл в игру в эту, кстати. Вот я тебе очень советую посмотреть именно «Vampire Hunter D. Bloodlust» 2000 года. Это вот, я считаю, вот на тематику вампиров одно из лучших произведений вообще когда-либо созданных. Также я у него смотрел «Город дьявол», «Город демонов» или там «Город дьявол» Шинджуку. Это в 88-м году снят фильм, то есть очень близко к тому фильму, о котором мы сегодня поговорим. И «Нео Токио» есть такой великолепнейший альманах. Одно из лучших аниме-произведений, что я видел. И одно из, по-моему, трех там короткометражек, но они там минут по 40, по 30. Снял также Йошиаки Каваджири. Это очень здоровский аниме-дел такой. Причем его аниме всегда отличаются именно обилием сексуальных изображений всяких. То есть... То есть обнаженка, это не впервой для него, то есть он. Но в то же время он не достигает там, знаешь, границ с хентаем, да, например. А тентакли все равно были. Тентакли были, да, и кое-какие взаимодействия тентакли с женским телом тоже там были. Но давай признаем, они весьма и весьма были скромны по сравнению с тем, что делают японцы с тентаклями в других произведениях, так сейчас их называем. Сейчас я знакома с тентаклями, как ты, но, наверное, да. Ну, ладно, давай не будем... ты не будешь строить из себя невинного... В смысле? Ну, я думаю, ты смотрел несколько каких-нибудь с тентаклями вещей, нет? Я, честно говоря, тоже не фанат этого жанра, и смотрел, и что-то такое я видел только вот именно в полнометражных фильмах встречалось такое мне. Но вот именно осознанно идти и смотреть про тентакли я ни разу. Вот, кстати, если в кинотеатре, я бы пошел, потому что я бы просто хотел посмотреть на реакцию других людей на это. С дурой, понимаешь, поэтому...
А, то есть это был бы сплошь такой черный квадрат малеющий был бы, да, растянут Нет, на весь там, экран? Нет, там было бы просто все запечатлено, как обычно, цензура японских. Поэтому они сделали бы все в своем лучшем стиле. И, кстати, там был бы весьма, думаю, богатый контингент, ребята, которые на регулярной основе смотрят подобные вещи, они, наверное, еще бы с пакетиком там пришли, еще что-то. У меня был такой одногруппник. Вот он любил такого рода вещи, и он пытался все время со мной об этом говорить, но я говорил ему, чувак, я... I'm not into this. Так что не со мной тебе об этом разговаривать. Ну да, так или иначе, вот мне кажется, это, кстати, идеально было начало разговора об этом аниме. Потому что оно в какой-то степени дает понять, о чем, какого характера это аниме. Если сравнивать с Шинджуку Город Монстр, это действительно похожие два аниме, Wicked City, вот. Похожий тон, знаешь, такой очень мрачный, очень такой в чем-то даже антиутопический, несмотря на то, что вроде как не особо такое оно уж и футуристичное это будущее или там, да? Вроде обычный японский сеттинг такой. Да, в большей степени это обычный город с обычными машинами, не считая навороченного оружия главного героя, то в принципе ничего такого футуристичного там и не было, наверное. Да, то есть это такой обычно город 80-х японский, причем вот именно то, что я акцентирую на 80-х, это важно, потому что здесь очень много музыки, которая очень такая 80-х музыка, ни с чем ее не спутаешь, и вот определенные бэкграунды, и вот эти неоновые тоже очень выдают эпоху. Ну да, и в основном музыка очень сильно выдает именно эпоху, в которой было создано аниме, и которую он, это аниме, собственно говоря, и показывает. Наш главный герой, я уж точно не помню, как его зовут, он, в общем, да, Таки. Он работает, сначала не понимаешь, что он именно делает, да, но в итоге выясняется, что он, в общем, это такая немножко фэнтезийная история, да, она не настолько реалистичная, насколько может показаться сначала. То есть тут, значит, есть два мира, мир людей и мир монстров, да, между ними какой-то баланс существует, который каждые 100 лет продлевается какими-то соглашениями, да. Вот. И наш главный герой, он типа тайн-агент. То есть это такой Man in Black получается, да? Немножко. Ну, то есть... Да, kinda у меня тоже было такое впечатление, но потом я успешно от него избавился, когда самая жизнь началась. Ну да. Ну, я все-таки думаю, это все-таки Man in Black, но с таким японским экстремальным видением. Да, знаешь, там просто вот у него же есть главное, у главного героя есть оружие, главное оружие, которое он использует. Помимо своего торса накачанного, он использует этот огромный револьвер, гипертрофированный сверчок из Man in Black как раз таки, потому что его тоже отбрасывает при выстреле. Uh-huh. И вот. Поэтому в этом смысле, наверное. И в первом Man in Black были тентакли, если ты не забыл, в той сцене, где я не помню, как героя Уилла Смита там звали, Джей? Да, или... Джей, где он принимает роды у инопланетянки. О, и... да, его там швыряют. Вот, пожалуйста, тентакли. Но, да, и это такой Man in Black, только в японском экстремальном видении, тем более Йошиаки Каваджири, тут вообще со всех катушек все слетело моментально в этом плане, потому что сюда добавляется и немного, чуть-чуть порнографии, чуть-чуть щепотка такая для остроты. Это эротика даже, пожалуй. Ну, там было пару моментов странных, которые я бы... Думаю, рамки эротики не удерживают эти моменты. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить. Да, наверное. Ну да, то есть сам сюжет этого я сейчас опишу очень быстренько. То есть наш герой главный, он Man in Black, короче. Такой секретный. То есть у него есть дневная работа, которая типа его прикрытие. Но по ночам он, в общем, вот этот вот чувак, который охотится за привидениями, за монстрами. И к нему в общем, прилетает в их город, я не знаю, что это за город, скорее всего, Токио, как всегда, прилетает его напарница по ту сторону вот этого мира, она из мира монстров, да, то есть, и они вместе, ну, она такая очень красивая, все такое, в общем, но понятно, что это ее фальшивая натура, то есть она на самом деле может превратиться в какого-нибудь монстра, тем более, что до их встречи аниме, вот этот вот, в этом фильме показывается, как главный герой такой... Сценка там есть одна, да? Этот момент, когда ты думаешь, начинается с бара, все неплохо так, а потом выясняется, что эта хрень чуть не откусила твои причиндалы.
Да. Знаешь, у нее на характерном месте как раз-таки есть челюсть, поэтому... Да. И она передвигается как... собственно, паук. Да, как паук, и она мне напомнила босса из Evil Within. А, и это... ну, помнишь, там паука. Есть момент, где она уползает быстро в окно, да. И он стоит голый на балконе. Я думал, что... Я все это время думал, что сейчас камера покажет, что главный герой вот-вот осознает, что ему откусили причиндалы, но нет. Этого не произошло. Потому что он очень-очень долго думает. Ну, возможно, это шок. Возможно, это был шок. Такой, вау, вау, куда это? Он такой вниз смотрит. О, гад! О, ноу! Это был бы шок контента. На этом бы фильм закончился. В общем, эта напарница приезжает, и, как отмечает главный герой, ее красота, она такая нечеловеческая, то есть она абсолютно совершенная. И они вместе должны сопроводить, в общем, очень важного человека, ну, точнее, даже не человека, да, получается, опять же, вот это вот из мира монстров посла, да, который он уже древний такой, в общем. Он напоминает мне какого-то гнома, что ли, который... Высох да. На глазах. Он мне напоминает вот этих старушек из фильмов Миядзаки, знаешь, которые такие маленькие, шебутные. Он тоже такой старичок, очень такой энергичный, и он типа комик-релиф такой, да, то есть он все время, через него комедия идет. И я не особо фанат этой комедии, потому что вся комедия, которая через него идет, она однообразная, это то есть его пошлость, да, его похоть, несмотря на его старческий возраст, его бодрость, ну, для меня это не было ново, да? То есть, все это было как-то весьма простой, примитивный юмор для меня. Но контрбаланс этой комедии, для кого-то удачный, для меня не очень, является именно экшн-сцены и сцены с вот этого вот противостояния нечисти, да, которая проникает в этот мир и пытается этого старичка, в общем-то, уничтожить, потому что если его убить, то не будет заключен очередной договор между людьми и монстрами, потому что какие-то из монстров не хотят, чтобы этот договор был заключен, да, судя по всему. ИГИЛ, да. Да, это какая-то банда, какие-то отморозки, в общем, какие-то бандиты, которые хотят, видимо, развязать войну между двумя мирами. И, собственно говоря, наши два героя должны предотвратить все покушения на этого старичка. И вот здесь начинается, дорогие друзья, спойлер-секция. Если вы не смотрели, то, возможно, вам стоит посмотреть, потому что дальше мы с Хитасином будем, ну, какие-то моменты определенные, специфические и обсуждать. И до этого уже, кстати, мы проспорили. Ну, мы проспорили с самого начала. Слупочный алерт. Ну, ладно. Ну, в начале фильма я не думаю, что что-либо такое произошло. Это первые 10 минут буквально я писал. Так или иначе, что ты, Хитасин, думаешь по этому аниме в целом и какие-то определенные моменты? Что ты скажешь? Вроде немного жести, но много всякого остального контента, да, этого старика, как его, Джузеппе, да, зовут? Возможно. Да, Джузеппе. И там есть сцена, когда он приходит в это место, да. На какое место? Там много мест. В Токио, да. А, хорошо. Теперь все понятно, да. Нет, это место, там это то ли сауна какая-то, то ли еще что-то в этом духе, когда он сбегает уже из отеля, куда его... Да. И вот эта вся сцена, эта битва, и когда его засасывает... В тело этой прелестницы. Да, вот тут я такой думаю, так, что я смотрю? Да, и... Но все это весьма успешно вроде разрешилось, да? И... Ну да, там есть здоровская сцена, где она вот это, особо прижата к стенке, и наш главный герой пытается этого старика вытащить из нее. Да, иди сюда. Да, это какое-то рождение напало, на самом деле. Но забавный еще был момент, да, я сейчас, конечно, не в общем говорю, но забавный был, очень даже неплохой момент, когда я их засосала по ту сторону, и когда они ехали по шоссе, и вот там развернулся... Художники развернулись из Мадхауса. Они показали тут своеобразную погоню, когда их нагоняет этот весь мир, и их буквально засасывает внутрь, да, и вот на этом моменте происходит еще больше какой-то дичи с внематочным рождением, по всей видимости, паразитами и uh-huh. черт,
что там еще происходило. Но выглядело это достаточно круто, да. И таких сцен там достаточно много, если ты помнишь. В целом, я до сих пор пытаюсь понять, нравится мне это или нет, потому что они, с одной стороны, весьма... Изобретательно, да. И ты вроде должен пришить это, потому что это граничит с хентаем, но при этом не переходит эту границу. Но с другой стороны, я просто не привык, наверное, к такому типу контента, потому что, например, есть одна сцена в Хельсинки, где там изнасиловали труп. Но даже не... Я вызывала на таких противоречивых чувств. Ах, старый добрый Хелсинг. Да. Ах, старый добрый Хелсинг. Поэтому здесь вроде я до сих пор не знаю, что с этим делать. Да, мне твоя реакция абсолютно понятна, но я думаю, я более привык к такому контенту, потому что все-таки я люблю темную сторону полнометражного аниме, то есть я вот недавний мой обзор, ну как недавно, давно я его сделал, в принципе, Angel Cup, да, где я говорил вот об этой шестисерийной ове, там тоже много такого жесткого контента, есть такой сериал, как Elfin Light, эльфийская песня, там тоже еще много жесткого и такого шокирующего контента, и в принципе, не то чтобы это было главным моим привлечением вообще смотреть аниме, но это было одно из тех... Это, я считаю, одна из тех черт аниме, которая выгодно выделяет его от всей остальной анимации. Это именно смелость вот такое делать. Вот такой мрак показывать, такую жесть. Потому что другой мультипликации какой-либо ты не увидишь такого. Аниме, оно в этом плане, оно почти без границ, не знает границ. И все зависит только от смелости инвесторов и изобретательности режиссера. Да, но... Опять же, тебе считалось абсолютно не обязательно, чтобы это тебе все нравилось, да, но ты должен все-таки признать изобретательность и какой-то стиль, который за этим стоит. Потому что здесь очень много крутых сцен, именно даже если не брать вот эти изнасилования и прочие такие штуки вот этого сексуального характера, такие. А в этом, кстати, в фильме много такого подтекста, да, сексуального, заметь. Да, это полгода не заметить на самом деле. Там даже есть сцена, где у одной из дьяволиц просто огромная вагина в теле вырастает. Ну да, это в начале было, не в конце. Нет, в самом конце, помнишь, что это вот там прям настоящая вагина в ее торсе открывается. Нет, нарисованная на самом деле, ну да, я понимаю, что. Ну, то есть визуально она, ну, ни с чем не спутаешь. Да, но вот если даже отметить в сторону все это, вот здесь есть много красивых кадров, именно красивых кадров, вот красота изображения тьмы и красота применения какого-то света и тени, например, вот помнишь сцена на взлетной полосе, где главный герой с двумя монстрами дерется, самолеты туда-сюда летают, садятся, и вот светотень очень интересно там выполнена. Все это во тьме происходит, но при этом какие-то вспышки иногда происходят. И когда два героя уже стоят, когда вторая главная героиня себя облачает, то есть вот она появляется во тьме и помогает главному герою, то есть ее зовут Маки, да. И вот у нее вот это, сначала ты даже не понимаешь, чем она уничтожает этих монстров, да, вот это такой лазерный луч какой-то сначала. И мне сразу вспомнился Джонни Мнемоник с Киану Ривзом, где был герой, у которого была такая какая-то такая типа струна такая лазерная, и он ей просто все разрубал на своем пути, как каким-то световым мечом. И поначалу я подумал, возможно, такое устройство у главной героини есть, но в итоге оказалось, что это ее когти, да, которые она вот так выстраивает и просто все разрубает к чертям. И вот там есть этот момент, где они убили этих всех монстров, они вот только познакомились, они стоят, и там есть такой вот этот момент, этот один кадр, где освещение очень так интересно сделано. То есть на ее стороне такой красный свет, на его стороне, по-моему, синий, такая интересная композиция. И в этом вот фильме много такого на самом деле. Вот, например, помнишь, когда вот ты упомянул сцену, где их пожирает эта тьма, и они оказываются в мире демонов, да? Когда они возвращаются из него, тоже интересная композиция. Машина стоит позади, какой-то такой свет интересный, и главный герой без сознания лежит в машине, он просыпается и
В общем, да, интересно. Интересно, такие есть здесь моменты. В целом, анимацию я бы описал как среднюю. То есть здесь нет чего-то такого супер детализированного и супер интересного в плане вот именно анимации, да. Но, так скажем, анимация делает свою работу в этом фильме. И она тот посыл, который хочет режиссер. О, как бы... Ну да, но знаешь, по сравнению с некоторыми вещами, которые были прям вообще плохи, вроде One Piece, поэтому я appreciate на эту анимацию. Ну, это все-таки полнометражный фильм, тут да, нужно ожидать какой-то минимальный стандарт. Ладно. Но все-таки я имею в виду, на основе стандартов полнометражных фильмов здесь нет чего-то такого выдающегося в этом фильме. Но опять же, это it's okay. То есть я ничего против этого не имею. Анимация довольно хорошая здесь, и есть какие-то интересные эффекты, и схватки мне показались хорошими между разными героями, когда происходили они. Вот. Поэтому да. Но в целом, вот мне нравится фильм Йошиаки Каваджири, который я видел. Но вот этот фильм «Wicked City» и «Шинджуку», оба этих фильма затрагивают именно тему города как чего-то злого, да, то есть города чего-то наполненного злом, главный герой приходит в город, он борется со злом и так далее. Они очень тематически похожи, эти оба фильма, и оба фильма у меня вызвали вот это ощущение пустоты какой-то, как будто я, как бы сказать... Вот этот твист в конце с тем, что на самом деле охраняли не они, а охраняли их, да, и что, в общем, что они должны были родить вот этого вот этого ребенка, который, ну да, типа того, который станет, значит, вот этим вот связующим звеном вот этих двух миров, фу, да, и который, да, который их объединит. Во-первых, мне сам этот твист не очень понравился. Но в нем хоть какая-то мысль есть, в том плане, что вот, например, типа главная героиня забеременела, и после этого она начинает вообще уничтожать, ну, она вообще крутая становится. И это типа такая аллегория, что ли, или метафора того, что типа вот эта сила, которая в женщине есть, когда она вот именно беременеет, да, и что она типа становится чуть ли не святой, да, в этом плане. То есть есть какой-то такой подтекст здесь. Но в целом... Мне показалось, как будто этот фильм сделан множеством мрака в этом фильме, множество всякой жестокости сделано только ради того, чтобы просто это сделать. И нет какого-то ощущения, что это надо было некоторые сцены так долго делать, такими длинными, да, вот те же сцены сексуального характера, некоторые затянутыми мне показались, как будто сам режиссер получает удовольствие, но я не обязательно получаю удовольствие вместе с ним. Понимаешь, на чем я? Я понимаю. Вот. И... да. Кое-где мне показалось, что он немножко увлекался тем, что он делает, и немножко забывал вообще, зачем он все это делает. Может быть, он в душе хотел снять хентай когда-нибудь. Но в его фильмографии до сих пор нет хентая, поэтому я не знаю, почему он до сих пор этим не занялся. Но да, то есть не хватило мне, наверное, какой-то гравитации вот этого сюжета, какого-то именно, какого-то смысла. Так же и было и с Шинджуку, вот. Это такие два фильма, которые, кажется, что сделаны ради процесса создания аниме, но не ради какой-то цели в конце. Не знаю, у меня такое ощущение вызвало. Немножко какая-то пустота. Пустота от всего экспириенса просмотренного. Пустота имеется. И я знаю, что у этого проекта была под собой, кажется, основа серия романов, там впоследствии манга даже была. И, собственно, даже фильм, кажется, сняли, лайф-экшн фильм. Угу. Но вот конкретно мы смотрели это аниме, это ову, этот фильм анимационный, этот китайский мультик. И угу. я чувствовал, на самом деле, некоторую пустоту, потому что, да, я посмотрел в конце, и я не смог собрать мысли в кучу. То есть, если бы там была куча, на самом деле, там не было столько мыслей. Это действительно было как в каком-то смысле пустота. Опустошение — это не тот тип замешательства, когда ты: ой, блин, я столько всего посмотрел, надо это все обдумать, да, надо здесь... привести мысли. Здесь ты просто думаешь, ну и чё? Да, здесь просто не о чем особо думать. Это просто есть,
есть, и ты теряешься в догадках. Тебе это на самом деле одно из тех аниме, которое тебе даже дважды повторяет, что сейчас происходит на экране. То есть я заметил, просто какое-то действие главный герой своим внутренним диалогом поясняет, что сейчас произошло. А в конце тебе прям описывает все Джузеппе, да, старичок, описывает все просто. Выдает все карты, никакого недопонимания, но этот твист в конце, он вроде имеет смысл, он вроде работает. Нет, на самом деле он не то, что работает, он предсказуем, даже если ты как бы не подразумевал этого, но ты чувствуешь, что это как-то, ну, не то, что не новое, я не знаю, просто оно есть, и все, это не вызывает у тебя никаких эмоций. И знаешь, мне этот твист показался вот этим вот именно тем крючком, который типа должен, нужен был режиссер, чтобы хоть как-то оправдать то, что мы смотрели сюда это, до этой поры, да? Что именно хоть какая-то фишка должна это здесь быть. Это все просто вылезло в конце, и не то чтобы это было внезапным, это было вроде как раз по хронометражу, мы уже в конце, перед нами Final Boss остается. Но, конечно, в итоге этот твист — это не то, что было мне нужно, и я не знаю, в принципе, нужно ли было вообще пытаться билдапить этот, весь этот сюжет, можно было бы просто придерживаться того, что мы придерживались, да? Есть парень, которого нужно задефать, чтобы заключить договор. И если бы это все не дошло до таких невероятных масштабов, да, скажем, как спасение мира внезапно, потому что некоторые вещи таким грешат. Ты внезапно начинаешь все с какого-то небольшого дела, да, и ты, допустим, просто делаешь какое-то расследование, а потом тебя захватывает в огромный мир, и внезапно становится на повестке дня спасение мира, и это просто не работает так. Ты начинаешь чувствовать, что это слишком много совпадений, чтобы все это сработало таким образом. И сюжетная линия начинает рушиться просто на тебя. И здесь не то, чтобы они пытались воздвигнуть какую-то огромную сюжетную линию, но она все равно, даже такая небольшая, она все равно не очень хорошо работает вместе. Если бы, возможно, они попытались удержаться просто на той стороне, где они два охранника, они чувствуют любовь друг к другу, потому что он человек, и она там какое-то существо из другого мира, и при этом им нужно как-то ужиться и защитить этого старика, который, видимо, уже совсем давно с головой не дружит. Возможно, они бы смогли как бы выжить из этого еще больше, и в конце я бы не чувствовал себя так неловко. Потому что я не чувствую, на самом деле. То есть, если сказать, хочу ли советовать это аниме, нет, не особо я хочу его советовать кому-то, потому что мне когда уходил из своего домашнего кинозала, который представляет собой кровать, и направленный на него, собственно, монитор, я попил воды, и все. И не вспомнил. Я очистился. И вот просто помимо вот этих сцен, которые там были, и концовки, я на самом деле не так уж и много помню. Не так уж и много я могу сказать. И вспомнить, кроме вот этой обнаженки. Поэтому, да. Возможно, это не самый лучший фильм, с которого стоит ознакомливаться с режиссером, с всего фильмографии, скажем. И советовать нет. Классическая вещь, я думаю, да. Абсолютно. С рисовкой присущей времени, с музыкой присущей времени. Но в то же время, я думаю, есть вещи, которые были намного мощнее этого. Которые можно было, в принципе, этот фильм. Он неплохой. Он неплохой. Но не более того, да, мы можем так сказать. Да, то есть я даже не знаю, будем ли мы какие-то оценки ставить в формате этого шоу. Я зарекался, что я не буду никогда оценки ставить, ничего. Ну да, я не хочу даже тебя принуждать, но так как я на Letterboxd все заношу, все, что я смотрю, и там есть пятизвездочная система с шагом в ползвезды, то моя оценка будет 3 звезды. То есть я не абсолютно безразличен остался после просмотра, но совсем чуть-чуть сверх того, понимаешь? То есть, да, мне понравилось это аниме, но в конце я ощутил, что... Не то, что... Я не ощутил, что я потратил время зря, но я и не ощутил, что, эх, вот
посмотрел я, вот это клево, я когда-нибудь это пересмотрю. Да. Нет, у меня вот этого нет, я не буду пересматривать это аниме. Но... Если бы они сделали сериал из этого, то есть, если бы он был менее тягучим, скажем, чуть атмосфера там была бы менее такая гнетущая, то, возможно, созданием сериала это бы довело тебя до того впечатления, когда бы ты сказал, ну да, это неплохая штука, возможно, я пересмотрю когда-нибудь, скажем, было бы здесь серии 20, например, или хотя бы 15, да, но опять же с соответствующим наполнением. Uh-huh. Может быть, тогда бы это ударило куда нужно. А так, не знаю. Для... Вот, этот фильм длится 1:10, да? И для такого хронометража рассказывать, пытаться о спасении мира немножко сам формат уже не позволяет. Ну, да, но это вот опять же с учетом правок. Вот я говорил, если бы они держались концепт... Не-не-не, я имею в виду именно вот этот конкретный случай вот этого фильма, какой он сейчас есть. Ну да, да. Этому фильму рассказывать о таких больших вещах не нужно. Им нужно было сделать простую историю о двух охранниках, как ты и сказал, которые охраняют старичка. И чтобы старичок этот на самом деле уже отошел даже на второй план, и чтобы на первый план именно вышли взаимоотношения от этих двух героев, и вот меняющиеся. И было бы даже здорово, если бы они поначалу друг другу не нравились. И потому что они из разных миров. А тут ты видишь сразу какую-то симпатию между ними, особо какой-то арки не происходит. Ты сразу видишь, что уже все нормально у них, в принципе. Ты знаешь, мне нравится эта сцена, когда там в отеле происходит это все, да, какой-то чувак вторгается в нее, да, он выпиливает все, начинает насиловать, собственно, Тян. И приходит наш главный герой, убивает мужика, смотрит, это в порядке, она голой принадлежит. Я такая, да, ну окей, тогда. И разворачивается и уходит. Я такой, ну, у них все нормально, наверное. Ну, опять же, если затравить какие-то определенные моменты, мне вот действительно очень понравилась эта сцена, о которой ты сказал, где руки вот этого старика утопают в грудях вот этой вот. Ну, как в итоге оказалось, это монстр был. Мне понравилось просто, как эта сцена срежиссирована, и сама идея, что он почти в ней утонул, когда они уже его нашли. Он такой там как торчит, такой кусок плоти. Мне понравилась такая интересная задумка. И в целом, да, есть тут, опять же говорю, моменты классной задумки, но в целом фильм не особо держится хорошо, и в конце, опять же, экшн-сцена клевая на крыше церкви, мне понравилась она, но, опять же, нету какого-то ощущения, что кто-то из героев умрет, почему-то у меня этого ощущения не было, хотя вроде они проходят через многое, да, но... Скорее их изнасилуют, чем они умрут. Мне кажется, это гениально вообще. Вот подводят черту под этим аниме. Героев скорее изнасилуют, чем они умрут. Причем несколько раз изнасилуют. Да, и с тентаклями в конце. Обязательно. То есть, знаешь, это аниме я бы характеризовал как тьма ради тьмы. И все. То есть режиссер погружается во тьму, в самое ужасное, что он может придумать, но только ради самого акта этого. А что-то из этого, не знаю. Конечно, в конце есть какие-то намеки на свет, там прям есть буквальные, да, вот эта дверь к церкви открывается, они уходят в свет, такая семья, типа ячейка общества, и главный герой говорит, что у меня появилось то, за что я хочу сражаться, что я хочу защищать, и ты видишь, что вроде он преодолел какую-то арку, да? Да, но, возможно, слишком пафосно было и незаслуженно, как бы, в том плане, что мы до этого видели, здесь такой сразу, типа, контраст, не знаю... Для меня не очень работает концовка. И вот этот посыл мне показался каким-то, он как будто его в конце так, знаешь, бросил. Типа, ребята, я тут не только, знаешь, показываю, как людей насилуют и как их разрывают на куски. Тут, смотрите, тут еще есть посыл про семью и все такое. Они пытались сделать сообразное, типа, еще билдап к этому. Я вспоминал потом, когда еще понял, что происходило в этом аниме. Я вспомнил, когда, собственно, старика там везли на каталке, да, и еловцы дали нашему главному герою... Такой выбор, типа, ты либо приезжаешь к нам, либо ее изнасилуем. Ну, естественно, не убьют, а изнасилуют. И выезжает дедок, и такой начинает давить на его боль, типа, то, что она такая, сякая, короче. Он пытается спровоцировать его, чтобы он скорее валил туда. И вот в этом я заметил, что, типа, сценарист понимал, что у него будет в конце. Вот хотя бы на этом этапе он понимал, что... Вот. Но, конечно, но в целом я не думаю, что... Ну вот, кстати, да, вот ты этот момент упомянул,
Я должен сказать, что это моя любимая сцена в том плане, что вот любимая сцена в плане, вот как она была сделана, вот там появляется такой, как типа круг, такая окруженность, да, вот эта тьмы такая, и там появляется вот это изображение того, как ее насилуют. Я вот стилистически чисто под музыку органа, вот очень круто это сделано именно, где они стоят на земле, вот это снизу такая проекция того, что происходит где-то в другом месте, что-то ужасное. Не знаю, мне показалось, вот чисто стилистически очень интересно сделано. И музыка очень круто была сделана. Вот это эффектное изображение такое было. Мне показалось очень клево. Не видел нигде такого. Что ты смеешься? Я сейчас нахожусь на странице английской Википедии данного. Да? И тут есть как бы слова, которые описывают аниме. Опять же, помимо моих слов. Да? Being repeatedly raped. По-моему, это все. Это все, что нужно знать просто. Being repeated. Да. Но, так или иначе, наверное, это все мои пару слов об этом фильме, все мои эмоции, как бы эмоций как таковых особо много я не получил, что в принципе весьма дико, учитывая сколько всякого контента тут есть, но вот что иронично, особых эмоций он не производит, этот контент. Ты еще больше их потерял. Возможно. Ты же смотрел «Агента паранойи»? «Агент паранойи» — это одно из лучших аниме-произведений, что я видел это вообще. Это правда. И если мне не изменяет парень... Ой, господи, это, кстати, тупо звучало, да. Так, сейчас мы узнаем, почему. Да, кстати, не знаю, оговорочка по Фрейду, кстати. Но вот суть в том, что... Парень? Что там с парнем? Там был парень, собственно, который... постоянно руинил производство одной манги. Да. Там была серия такая, основанная чисто на этом, когда пытались сделать мангу по маскоту, вот этому местному маскоту вселенной. И все ребята, которые работали над этой мангой, они впоследствии как-то умирали, да? И им всегда мешал один и тот же парень, который буквально путался под ногами. И я просто думаю, что люди, которые делали это аниме, вот с ним произошло примерно то же самое. Они их изнасиловали, а потом убили. Или наоборот. До или после релиза? Нет, в процессе. В процессе релиза. На премьерном показе, да, всех изнасиловали. Да, и убили. И да, и в принципе, да, и да. И да. И стоит заметить, что да, я вот думаю, это нельзя. Возможно, да, да. Да. Ну, вот, кстати, «Агент паранойи», это был момент, это именно, я считаю, эталонный пример глубокого аниме, о котором можно думать просто бесконечно и что-то новое доходить. И я, кстати, думаю, в будущих выпусках, если они, конечно, будут, я буду просто использовать это слово «да». Мне очень нравится. Ты всегда будешь его использовать? Да. То есть... В принципе, вместо всего, да, что можно сказать об аниме? Ну, возможно, нет. А, ну то есть это в зависимости от того, палец вверх или палец вниз, да? Я буду спрашивать соси, на что думаешь насчет этого аниме? Да! Все, конец выпуска, аутро пошло. Нет, ну вообще, да. Мы стали свидетелями двух вещей перед этим выпуском, которые... произвели на нас разные впечатления, во втором случае, возможно, меньше впечатлений. Но так или иначе, это все-таки не самые плохие вещи, которые делали в Японии. Хотя бы это, я думаю, можно сказать со смелостью, потому что есть еще более-более худшие вещи в этом мире, в этой Японии, которые могут нас напугать. И, в принципе, если я сойду с ума и буду подбирать что-то для следующего выпуска, возможно, я выберу что-то такое, что снесет башню. Да. Анонс. Анонсировал. Да, у нас наш следующий выпуск, когда бы он не вышел, я не знаю, когда он выйдет, но мы еще не знаем, какие это будут аниме, но по той же схеме мы выберем какое-то одно. Китас выберет что-то, что его интересует, я выберу что-то, что меня интересует. Для меня это шоу на самом деле является еще и поводом, именно хорошим оправданием чаще обращаться к аниме, потому что у меня есть много аниме-фильмов, которые я хочу посмотреть, но в то же время я не всегда до них добираюсь.
когда есть подкаст, который обязывает тебя смотреть, это здорово, потому что ты можешь смотреть, ты как бы будешь находить время так или иначе смотреть. Да, и к тебе будут подходить, ты будешь смотреть аниме, такой, опять ты смотришь аниме, ты так поворачиваешься, сразу говоришь, я работаю тут. Да, это для подкаста. А потом тебя спрашивают, что такое подкаст, и ты просто умираешь. И ты такой, ну господи, в каком веке мы живем? 20 век, у нас 187 год снимают всю. А вы... Сына ты потерял своего времени. Ну что ж, да, думаю, для нашего первого подкаста, в принципе, этого будет достаточно, да? Меценав, да, я думаю. Оба аниме. Меня немножко в луп так сейчас кинуло. Оба аниме довольно короткие, что хорошо, потому что я их быстро посмотрел и... Это было приятно быстро посмотреть в какой-то веке. Скорее разделся с этим, ладно. Просто... В общем, да. Что ж, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. В следующий раз мы поговорим еще о каких-то аниме. Я могу сказать, что постараюсь для следующего выпуска что-нибудь менее мрачное подобрать. Просто в случае с Wicked City я уже давно хотел посмотреть это аниме. А так, в принципе, да, я в следующий раз думаю, я что-нибудь менее мрачное подберу. Не знаю, что подберет Китас, возможно, мы поменяемся с ним местами, и он выберет что-то ужасное такое, что просто будет будоражить умы наших слушателей. Мне понравится. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, что я скажу да, они нет, да. Ну, тем не менее, это был наш первый подкаст и наш первый выпуск китайских мультиков. Окей. Слушайте. Да, я уже привык, кстати, китайские мультики. Я не так... Но всем до скорого и пока. Удачи.